174 фальшивые купюры выявили в прошлом году в Башкортостане. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2021. Об этом сообщили в Нацбанке по Башкортостану. Большинство поддельных банкнот номиналом в 5000 рублей. Таких выявили 138 штук. Также из незаконного оборота изъяли 14 тысячерублевых банкнот, 12 2000-рублевых и 4 номиналом в 200 рублей. Особую внимательность необходимо проявлять продавцам в небольших магазинах и на рынках, где нет аппаратов проверки купюр на подлинность, подчеркивают представители отделения Банка России. Они также призывают тщательно осматривать купюры при получении. Подлинность можно определить на просвет, на ощупь и при наклоне. В последнем случае горизонтальная полоса в середине герба Хабаровска перемещается вверх или вниз.